64 года назад, 1 января 56-го прошлого века, к зрителям с экрана обратилась Тамара Бастун, первая женщина-диктор в Беларуси. Не случайно именно на первый день Нового года пришлась и новая эра телевидения. От этой даты ведут и летопись современного эфира. Тысячи телепередач, и столько же людей за это время работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания – это 7 телевизионных кнопок, а также радиоканал. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское. На любой вкус. Все они вещают в формате высокого разрешения. Больше собственного производства. Это наш девиз на ближайший год и годы. Это касается и общественно-политических, и развлекательных программ. Будут очень громкие премьеры. Мы уже к этому готовы. Поэтому я советую следить за новостями, и которые будут приходить из этих стен. Я думаю, что это будет интересно. Обновляется и техническая база. Так, телесезон стартовал с громкой премьеры новостной студии 300 метров. Возможность съемок на 360 градусов теперь есть не только у самого большого павильона.